Какой прекрасный снег. Птички поют, цветочки цветут. Ох, точно. Что-то забываю. Удачи. Мы всегда будем с тобой. Я сигналю к тебе, малой. Я буду верить в тебя. Ты сильнее, чем думаешь. Сделай их дорогуже. Тими в корейской квартире. Так. У тебя есть специальные атаки? Тими хлетья. Что? Тими хлетья, тими хлетья. Рыбка копи тими хлетья. Гонит деньги липя. С этого момента мы будем называть коты имена. Вы будете звать меня Орел 1. Кроме которого имя было там, сделал это. А Ред в настоящее время делает это. Инг, это не может быть хуже. Это просто жило во сне. Нет, я же был суд. Эджи, которое имя слепы пришлось выбрать? А папи, а Ред 2. Ох, боже, спасибо. Я просто не понимаю. Флави убежал. Ненавижу тебя, ненавижу. Это все твоя вина. Побью тебя. Я, Прости меня, малыш. Ты правда хочешь знать, как одолеть меня? Да! Тогда давай же начнем. О, да. Я люблю тебя, пап. Господи, Иисус, я попалась. Хотя бы на одну секунду закрыть свои, блядь, на... Вот, Прости, Флавия. Я не расслышал твой вопрос был. Можешь, пожалуйста, повторить? Ничего, я ничего не говорю. Да-да-да. Чел, я не знаю, почему старое лето так волнуется об этом дитя. Похоже, что это довольно самоство. Нет. Дерьмо. Сан, сможешь подойти? Иду. Батя! Положил на место. Быстро! Ну! Хей, Крипи, ты можешь не поверить, но... Я знаю, что поплатишь мои долги. Наконец! Хватит. Флай, пожалуйста, не заставляй мне делать это. Ха-ха, вау, ты даже умоляешь. Я сделаю что угодно, только не надо, прошу. Ну уж нет, я хочу видеть страдания на твоем лице. Ха-ха-ха, подмени свой носок, ноу. Хе-хе. Ты следующий. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Быть и художником, и творить весело. Но это как же работа. Мы проходим час в одном испытании и аж ошибок, чтобы отличить того, что мы ходим. Но не должны спешить, нам нужно время, чтобы научить чем-то на своих ошибках, чтобы снять лучше. Так что не оставляйся, иди то, что тебе нравится. Кто знает, сколько времени это займет, но у тебя все получится. Как я выгляжу, я не вижу. Закнись, мне нравится это. Я выгляжу клуб, мне кажется, ты выглядишь прелестно. Спустя много лет вы создали семью, и живете здесь, вся семья под одной крышей. С
Сейчас я тебе отведу, когда ты наконец вернешь мою любимую понятца. Минут через 5. Так, 5 минут, так долго, пока дочь гуляет на улице, вы готовите на ужин поисковый пирог. При этом вам придется прекратить секрет, который пускается, когда же вернется его внучка. Бац, не позор меня! Ас, я слышу, к своему входу в дверь, кто-то прошел. Чтобы скорее увидеть внучку, Гасси совершил прыжок через возник это. Это Чарли Лондон. Чего ставишь с дороги, папаша? Чарли, ты же раз на каналичке хоррор игры для Ага. Только не успел я начать, как и трусы играли все и распешались. Лучше все, как мне кажется. Он меня дома остался, так что не благодарен. Вообще-то я потратила на свои деньги. Не знаю, ваша дочь согласилась в дом через старый сейф. Эй, почему у тебя снег? Ты чего ревешь, боже? Вы говорите, есть специальный сейф только в крайнем случае. Вы просто точно успокоите и медленно сказать, что сэр. Я была в парке любила Василика, а то тут прошли этих слов от бабочки. Они стали над меня смеяться, взывать, склеять и шевелить чуть не снежками. Поиск, ей нужно срочно украсть фану. Вы, кроме умеете, тоже воспитывает жалость и сострадание. Сад, неси скородье и чай с пиро... Папайос. Сад, сказка и чара вполне решимость. Ты знаешь, где этот парк? Подписывайся на этот канал, я ссылку там в описании, я вот эту озвучку делала.